Продолжаем попытки найти четвертый водный храм стихий. Я только ради этого захожу на эту карту. Я уже проходила ее неоднократно. В следующий раз хочу поиграть в горе. Гора куда увлекательнее. Потому что там вроде обновления какие-то, с которыми я еще не успела наиграться. Надо будет попробовать. Вот, ну, для начала найдем храм. Если он есть на этой карте. Буду надеяться. Потому что первый раз, проходя эту карту, подобную карту, его не было. Так, ускорим. Муравьев попробую убить. Почему бы нет? Чтоб там... О, там какая-то шахта. Территорию эту открыть. Так, почему бы нет? Превратился в оборотня. Сейчас всех убьет муравьев. Главное, чтобы не потерять героя, потому что они не оживают. Потом заново надо покупать, и это стоит очень много золота. Невыгодно, но никто не умер. Так, здесь. Двигайтесь, ребята. Так, муравьи биты. Пойдем в шахту. Идите, идите. Медленные вы. Так. У меня маны что-то мало. Так, смотрим. Серебро пусть делают. Заклинание. О, вот это закончилось. Бутылочки-то заклинаний. Сделаем. А вот книги я редко делаю. Ну, когда полностью хочу пройти карту и прокачать всех гномов, тогда да, это делаю. А вообще редко. Что-то не мое. Так что пока без этого. Ну, ну чего ждем? Что тут главное? Ты чего ждешь? Можно корректировать их приоритет задач, но мне сейчас не сильно хочется. О. А, они думали, потому что там монстр. Ладно, нападайте на него. Поживее. Проверю, голодный он или нет. Так, да, на столе ничего нету, потому что поэтому медленные такие. Яичницу поставили, что им еще поставить? Суп вкусненький. Так, на оба столика поставим. И здесь, и там. Продолжим исследовать здесь. Так, ищем. Ищем храм. Где же ты? Так, тут у нас что? Ты не хочешь, ты не копаешь. Хранитель. Нужно хранителя убить сегодня. Да, попробую, чтоб нет. Ага, так знала. Поставил. Хранитель. Так, мыши. Until my turn! Until my turn!
Ну так, ну так. Сразу выпили. Долго не думаем, выпили вино, он ему лежит. Ну, благодаря вину они быстрее радуют. Так, хорошо. О, как быстро. Убили хорошо. Молодцы. Молодцы. Я не ожидала. Справились. Думала, помрет кто-то. Ни у кого брони мифриловой. А хотя нет, вот у кого-то есть мифриловая броня. Так, манна. Надо зелье выпить. Парочку. Вот. Выпили. Сюда факел повесить. Ну, сколько тут не исследовано. А, это конец карты. Блин, значит, здесь тоже храма не будет. Захарили, серьезно. Плывут все. Да что вы плывете? Я вам поставила портал. Подумай. Ладно. Так, здесь поставили. Ничего нету. Кто на нас нападает? Понятно, чудесно. Чудно, опять чудно. Импов призвать. Бум. Сюда бы их. Ладно. Туго. Надо факел вот поразмещать. Проверить, есть тут вероятность того, что тут храм. Потому что мне он нужен. Ну-ка. Так, тут темно. Ищите, ищите. А, закончился портал, да? Вот. Ах. Что же вы будете делать? Сюда. Бум. Пошли, наверное. Вино им что ли дать, чтобы они ускорились. А, где у меня вино? Да. Ребята. Ребята, гномы. Нате вам венца. Тебе. Кто еще? Где кто еще? Все тут. Тебе, 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 летящий на крыльях. На крылья проверить, есть у меня еще запасные, поодевать на них. Смотрим. Где они тут? Ладно, оденем на кого-то шлем. Тебе. Пожалуйста. Золотой шлем. Сюда факел. Ты чего там не копаете? Медленные ребята. Ну, есть еще третья скорость. Последняя, максимальная, но я редко ее использую. Когда уже совсем все надоест. Ну так. Да-да-да, в эту сторону. Давайте. Шапочка. А, тут ты. Тебе вина тоже, на, пожалуйста. Тут еще тебе вина. Вау. Портал завершился. Так, копайте заодно. О, ну это конец карты. Так огорчительно. Ладно. Б
Деревни хранителя. Достижение века. Но храм я так и не нашла. Видно? Ладно, выходим. На сегодня пока выйду. В следующий раз.